За несколько дней сотрудники исправительных колоний Мордовии пресекли новые попытки передать на территорию ИК запрещенные предметы – телефоны и сим-карты – основные заказы преступников. В исправительной колонии номер 2 при досмотре личных вещей гражданки, прибывшей на длительное свидание, осужденной к 6 годам лишения свободы, сотрудниками отдела безопасности в косметичке были обнаружены изъяты 2 сим-карты. Впрочем, чаще всего запрещенку доставляют на зону через почтовые отправления. Замаскировать ее в посылке способов больше. Начинка, как показывает практика, абсолютно разрешенных предметов содержит внутри драгоценность для осужденных. В третьем лечебно-исправительном учреждении отбывает наказание мужчина, которого лишили свободы на срок 1 год. Ему на днях поступила посылка, которую забраковала служебная собака. Ищи, хорошо. Маленький телефон отправитель спрятал в щетке для чистки обуви. Ни зарядного устройства, ни сим-карты к нему не прилагалось. 1995 года рождения. Зачем прибыли на территорию? Делать бронз. Услуги таких курьеров по-прежнему пользуются спросом у заключенных, ведь санкции для перебросчиков административные, только штраф. Этого мужчину оперативники ФСИН поймали у стены К-17. В руках у него были свертки с 7 телефонами. До адресатов они дойти не успели. Все было изъято. Претензии имеете по задержанию? Нет. Все законно было? Да. Анастасия Есемушева, программа «Происшествия».